Чудесный день представляет. Спасибо, Тирекс, что согласился помочь отыскать наш священный цветок. Не стоит благодарности. Я же знаю, как он важен для вас. Все ваши предки и вы поклонялись этому цветку. Не будем терять время. Вы ищите сверху, а мы обойдем всю округу. Я не пойду дальше. Там начинается территория Марса. Он хоть и изменился и стал подобрее с появлением родителей, но все равно не люблю с ним встречаться. Я тоже уже устала. Грок, возвращайся домой и скажи Мэгги, что ты везде посмотрел и не смог отыскать цветка. Нет, милые дамы. Я обещал Мэгги, что верну цветок, а я привык сдерживать свои обещания. Поэтому спасибо вам за помощь. Идите домой, а я продолжу поиски. Повезло же этой Мэгги. Какой тираннозавр за ней бегает? А что в ней хорошего? Не красавица? И характер скверный. Не завидуй, подруга. Пошли лучше, примем грязевые ванны, чтобы наша кожа была гладкая. У меня еще кое-какие дела есть, так что иди без меня. Что-то здесь не так. Чтобы Кора отказалась от грязевых ванн? Никогда такого не было. Что-то ты скрываешь от меня, подруга. Прошу тебя, давай уйдем отсюда подальше. Нас разыскивают все динозавры, да еще и драконы в придачу. Они разыскивают не нас, а цветок. Да какая разница? Помолчи уже. Есть у меня кое-какая идея. Но для этого мы должны остаться здесь. Пока. Драконы летят. Прячемся. Давай быстрее залезай. Я не могу. Я застрял. Горе ты луковое. Давай, помогу. Я вижу двух спинозавров, тех самых. Хватаем их. Давай же. Эй, игрок, ты опять зашел на мою территорию. Марс, я думал, что ты больше не враг нам. Я оставил в покое долину динозавров. Но это не значит, что теперь все могут гулять
и охотится на моей территории. Я не охотиться сюда пришел. Я ищу цветок. Поумней ничего не мог придумать. За кого ты меня принимаешь? Ты и правда думаешь, что я тебе поверю? Ну это правда. Ты помнишь Мэгги? У нее украли большой, желтый и очень необычный цветок. И я обещал его найти. Не хочу больше слушать эти глупости. Марс, сынок, я думаю, Грок говорит правду. Отпусти его и давай поможем ему найти цветок. Вам надо, вы и ищите. Но чтобы это было в последний раз, Грок, когда ты зашел на мою территорию. А если еще раз я тебя здесь увижу, берегись. Вставай, Грок, пошли. Тебя не найдут, цветок. Зачем же ты это сделала, Кора? Что ты задумала? Надо тебя получше укрыть. Я чувствую наш цветок. Он где-то рядом. Все сюда! Зачем звал Моррис? Я чувствую цветок. Он рядом. Надо здесь искать очень тщательно. А с этими что делать? Привяжем пока к дереву и попросим пауков посторожить их, а сами займемся поисками. Грок, смотри, что это там? Похоже на цветок, но за ветками не видно. Подойдем ближе. Это он! Наконец-то! Отойди от него подальше и убери свои лапы! Не понял? Это наш священный цветок. Нет, это цветок Мэгги. Грок, спинозавры выкрали этот цветок с острова драконов.
а потом потеряли. И, видимо, Мэгги нашла его. Но он принадлежит драконам. Вопрос, кто украл этот цветок у Мэгги? Понятно, кто. Марс. Это же его территория. Будет наказан за это. Нет, стойте! Стойте, стойте! Я не верю, что это сделал Марс. Зачем ему нужен цветок? Надо все выяснить. Марс! Марс! Сын, это ты взял цветок? Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.